сегодня в балете народный артист СССР Вячеслава Гордеева, профессора, выдающаяся премьера, можно сказать, мировая, когда участвует солист Большого театра Игорь Цверко, прима-балерина Кремлевского балета Катя Первушина и академический театр русского балета, которым является художественный руководитель Вячеслав Гордеев. Вот это персонажи, актеры, ну и, конечно, мы будем снимать еще сцену. А вот сейчас я представляю вам купца. Пожалуйста, Парвиз Кумайдон. Есть. Всем доброго времени суток. Сегодня мы участвуем в современной постановке «Шут». Это современный балет, и что не свойственно для нашего театра, и я думаю, что он останется в нашем репертуаре и очень полюбится зрителям, поэтому приглашаем вас всех на нашу премьеру. Я шут, который решил перешутить других семерых шутов, которые его очень искренне ненавидят. И чтобы наказать тех ненавистников, мой герой придумывает аферу. Сегодня у нас премьера шута композитора Сергея Прокофьева. Прекрасный балет. Благодаря Вячеславу Михайловичу Гордееву, нашему руководителю, у нас сегодня состоится такая замечательная премьера в постановке Никиты Высоцкого. Это балетмейстер Кремлевского балета. Вот. Мы, конечно, очень сильно сегодня волнуемся. Вот. И балетмейстер Никита Высоцкий, и все педагоги, вот. Потому что балет для нас очень такой непривычный, вот. Музыка сложная Сергея Прокофьева, поэтому сегодня мы все волнуемся и будем, конечно, очень стараться, чтобы состоялся сегодня праздник. Праздник высокого, прекрасного творчества русского академического. Государственный театр «Русский балет». Балет – это синкретическое искусство, в котором очень много всех форм и средств искусства. Живопись, декорации, костюмы, блистательный, конечно, кордебалет, звезды нашего театра. И самое главное, что это все вместе освещено хорошей творческой работой педагогов репетиторов, как заслуженная артистка Ольга Васильевна Каханчук, заслуженная артистка России Светлана Сюжанинова и другими репетиторами. И вот это все вместе создает праздник творческий, красивый, который приносит наслаждение зрителям. Вечер одноактных балетов. Первое отделение – это на музыку Сергея Прокофьева балет «Шут». А второе отделение – это на музыку композитора Армс Геймера балет «Привал кавалерии». Ну и должен сказать несколько слов о том, что старания продюсера Айдара Шайдулина, который как бы современный и, возможно, новое явление в искусстве, как было в свое время явление Дягилева. Айдар Шайдулин очень старательно популяризирует классический балет. И в этом он проявляет все свои хорошие возможности, как творческие, так и финансовые, а это всегда сложно. Вячеслав Михайлович – художественный руководитель, человек, в котором заложена страсть, абсолютная страсть к созиданию, тяга к прекрасному и абсолютное желание достичь цели, вот, в достижении к прекрасному, сливается с ее внутренним талантом. Надеемся, что будет сегодня большой успех. Ожидаем от сегодняшней премьеры потрясающего представления, как и всегда, показывает русский балет на сцене губернского театра. Высочайший класс, артистизм и на великолепном уровне профессиональную подготовку артистов балета. Мы с супругой очень любим балет народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и стараемся часто посещать наш любимый театр.
русский балет Вячеслава Гордеева – это всегда феерия вкуса, эстетического и культурного, я бы сказала. Восторг эмоций, яркие впечатления, которые не забываются никогда. Поэтому мы с большим удовольствием пришли на премьеру и ожидаем только самого лучшего и невероятно проведенного вечера. Супер. А хорошо было. Никита, у меня к вам вопрос. Скажите, вот что вас привлекло, что конкретно, музыка? Да, любовь Прокофьева, Прокофьева. К его музыке, да. Она очень интересная, выразительная, и с ней можно очень много интересного текста придумывать, потому что его интерпретация музыкальная, она как практический язык. Первая самая была постановка в Париже у Дягилева в 21-м году, но, к сожалению, она прошла 4 раза, если не ошибаюсь. И, к сожалению, потом прекратилось. Было сложное время. У Дягилева сложное время. Кто художник, который создал декорации? Да. Это ваш художник? Вы нашли его или вам предложили художник? Да, это выпускница ГИТИСа, молодая, молодой сценограф. И я попросил ее поучаствовать в этом проекте. Вот, и она откликнулась. И, мне кажется, довольно интересные декорации нарисовала. И дала возможность зрителю оказаться в некой сказочной такой истории. Ну, очень рад этой возможности поработать с профессиональными артистами, с прекрасной атмосферой в театре и с вообще атмосферой театра. Это очень важно в наше время, когда заходишь в здание и чувствуешь накопленный опыт артистический, балетмейстерский и в целом театральный. Замечательно, Слава, это правильно. Спасибо большое, что вы у нас в театре. Вам спасибо. Жалко, что Вячеслав Михайлович, значит, у него он занедужил, если так сказать старинными словами. Что-то похожее на грипп, но, к сожалению, он сегодня не присутствует. Но будет следующий спектакль, когда мы будем вместе радовать его нашим творчеством. Я надеюсь, что меня будет слышно, и я буду давать вам четкие команды. Спасибо вам большое за ваш профессионализм. Включите, пожалуйста, дежурный свет на сцене. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Для вас это был первый опыт работы с труппой? Вот как по ощущениям? Да, вы знаете, это был первый опыт, но я многих ребят знаю. И знаю, конечно же, руководителей, педагогов. Замечательная труппа, замечательные ребята, замечательная сцена. Конечно, хотелось бы чаще бывать вместе на каких-то проектах. Лариса Ледяк, это руководитель школы, учебного заведения, которое, в общем-то, готовит детей к работе в театре. Здесь тоже наши ребята работают. Да? Руководитель. Делаю, пока общаюсь, да, еще. Гуманитарная секция сенаторского клуба. И очень серьезный автор. В частности, вот не так давно были поставлены спектакли «Продавец игрушек» либретто и произведение Виктора Ивановича Дубашовского. И совсем недавно была премьера спектакля «Белый лебедь» в Республике Мариэл, город Йошкар-Ола. И, в общем-то, эти два уже совершенно серьезных полотна свидетельствуют о том, что Виктор Иванович успешный автор и очень продуктивный. Вы представили так ясно? Ну да, по-настоящему. По-настоящему. Можно, конечно, пошире было, но... Ну что, уважаемые гости, с которыми я сегодня познакомился, но я думаю, что в процессе, да? Да. И потом. Значит, пожалуйста, к столу. Давайте, и мы можем выпить за первый спектакль совершенно спокойно, с радостью, потому что это блестяще. Ну, успех тоже, в общем-то, шикарный. Да, да. Народу прям очень нравится. Так, пожалуйста, приглашайте женщин. Приглашайте. Нет, это, кстати, супруга Виктора Ивановича, Наталья. Да, вы что? Да. Замечательно прекрасная женщина, продюсер. Да. Виктор Петрович Давыдов. Да. У него много титулов. Да, много, правда. Заслуживает из России. Очень сложно запомнить все. Кстати, я, кроме искусства, которое всю жизнь занимаюсь, больше 50 лет, я отчаянный патриот и государственный, как Советского Союза и в новое время.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ребята, спасибо, все молодцы, хороший спектакль, какой нерв, много всего были, молодцы просто, спасибо вам большое. Вы лучшие! Да. Я сижу, у меня слезы на глазах, я сижу на барабане, слезы. Раз, два, три, ты молодец. Господи, вот, вот и нелегкое время, друзья мои, просто очень тяжелое. Я страшно рад премьере, которая просто возвышает душу. Вот мы сегодня 2 часа находились в особой торжественной обстановке счастья. Можно так сказать, Айдар? Торжественная обстановка счастья. Удивление перед тем, что может быть такая божественная красота. Красота несусветная. И я вам должен сказать, это правда, что самый красивый вид искусства из всего, что мы знаем и видим, и слушаем, опера, музыка, самый красивый вид. Это искусство классического танца. И я рад страшно произнести тост за народного артиста СССР, за Вячеслава Гордеева, который истинный создатель и ценитель красоты. И самое удивительное, что он последовательно сохраняет один из немногих в этом чудовищном мире, не боюсь это слово сказать, чудовищном, сохраняет божественную красоту, он и сам как Бог. Бог искусств, Аполлон, это Вячеслав Гордеев.